Я уплываю, и время несет меня с края на край. Салют! Ну что, как у вас с новогодним настроением? Если чувство праздника еще не поселилось внутри, не расстраивайтесь, мы поможем. Давайте вспомним любимые блюда, без которых не обходился ни один Новый год эпохи 90-х и нулевых. Селедка под шубой, оливье, бутерброды с еврейской закуской и помидорами, орешки со сгущенкой. Какая же вкуснота! Кстати, что самое интересное, блюда для новогоднего стола с того времени совсем не изменились. Мы до сих пор из поколения в поколение передаем легендарные рецепты. Вспоминать одним скучно и совсем не празднично. В Новый год принято звать друзей, поэтому и я позвала в гости ребят из других стран. Давайте узнаем, что скажут о наших новогодних угощениях люди, которые абсолютно не знакомы с нашей культурой. Ой, кажется, пора накрывать на стол. Привет, меня зовут Джошуа, и я из Нигерии. Привет, меня зовут Промис, и я из Нигерии. Ну, это выглядит хорошо. И пахнет это тоже вкусно. Сейчас я это попробую. Я вижу морковь, я вижу яйца, зеленые огурцы. Не люблю огурцы. Это хорошо. Это хорошо. Если быть честной, это вкусно. О, помидоры! Почему? Это выглядит аппетитно, но я не люблю помидоры с хлебом, но попробую. Я вижу здесь сыр. Это остро. Не нужно приправлять, но это хорошо. Хорошо. Это вкусно, но я не фанат чеснока. Я ненавижу чеснок. Но в целом хорошо. Да, это вкусно. Помидоры не для меня. Но хлеб и, я думаю, сыр. В целом все хорошо. Попробуем это. О, боже! Нет. Нет. Я не буду это есть. Это хорошо. Это хорошо. Это? Это странно. Очень странно. Я не люблю свежие помидоры. Хорошо. Чувак, я попробовал это. Это прекрасно. Это хорошо, но это замечательно. Я ухожу с ними. Я думаю, все, что у нас отличается от вашего. У нас есть похожие блюда, но не одинаковые. По вкусу хорошо, но не помидоры. Но в остальном все приятное на вкус. Да, это было хорошо, это был классный опыт. Было бы хорошо отпраздновать Новый год с русскими блюдами. Да, да. Не то чтобы у меня был выбор, но да. Я предпочитаю свою родную еду, потому что я соскучилась. Я не была дома 2 года, так что у меня нет выбора. Русская еда – моя новая еда. Не плачь. Думаю, все почувствовали, как повеяло Новым годом. А я вот у родителей попросила на Новый год полароид. Хотя я еще не знаю, как им пользоваться. Но думаю, вместе у нас точно получится разобраться. А пока я побежала наряжать елку. Ира, ну ты где? Мы без тебя не начнем. Счастливого Нового года.